известна расхожая фраза «увидеть Париж и умереть». Конечно же, слава богу, никто умирать не собирается, но посещая столицу нашей родины Киев, обязательно необходимо зайти в один из магазинов торговой марки «Ibis», где много найдете чего интересного. Итак, Киев, магазины торговой марки «Ibis» и программа «Приключения рыбака и охотника». Святая святых любого оружейного магазина – это оружейная комната. Что же мы сегодня будем тестировать на стенде? Имеется замечательный экземпляр торговой марки «Браунинг», модель А5. Охотничье ружье, инерционное, выполнено в пластике. Но у него есть одна очень интересная особенность, о которой мы вам расскажем на стенде вместе с программой «Приключения рыбака и охотника». Ни для кого не секрет, что больше всего информации о оружии знает, конечно же, эксперт по этому самому оружию. И торговая марка «Ibis» предоставила нам замечательного человека, Тарас. Я представляю его вам. Он у нас эксперт по оружию, вот, представляющий эту самую торговую марку «Ibis». И скажи мне, пожалуйста, вот я проанонсировал, да, оружие «Браунинг», ну я, правда, в пластике. Да. Проанонсировал. Да. Опять модель. Скажи мне, пожалуйста, что это вообще такое, чем они отличаются? Ну, собственно... Два слова для прессы. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, я сегодня очень рад представить ружье Браунинг А5. Это инерционное полуавтоматическое охотничье гладкоствольное ружье. Одни из самых универсальных и интересных моделей в линейке компании Браунинг. В общем-то, всем любителям оружия наверняка эта торговая марка очень хорошо знакома. В чем их особенность? Ружье Браунинг А5. Предыдущее поколение этих ружей выпускалось в течение более 100 лет, с 1902 по 2011 год. Это были первые в своем роде инерционные полуавтоматические ружья на рынке. Сейчас же компания Браунинг сделала новую версию модели Auto5, она же модель А5, в которой автоматика работы этого ружья значительно усовершенствована. И вот сегодня мы будем с ними знакомиться и разбираться, чем же они такие уникальные и интересные. Ну вот меня что сразу первое интересует, почему, во-первых, это просто два исполнения или какая-то загвоздка здесь есть? В этом есть определенная хитрость, которую мы сегодня как раз и хотим исследовать. Дело в том, что ружья Браунинг А5 выпускаются в нескольких вариантах. Стандартное исполнение с патронником 12-76, патронником под патрон Magnum, и в исполнении Synthetic с патронником 12-89. Под патрон так называемый ультрамагнум. Ну, я на самом деле вообще, честно говоря, первый раз вижу подобную модель, да, с таким патронником. Так. Да, это модель для американского рынка, и не только для американского. Дело в том, что какова история вообще 89-го патронника в 12-м калибре. Он сделан не столько для того, чтобы ставить охотникам синяки на плече, да? Да, вот я как-то тоже за это опасаюсь несколько. Сколько для других целей. Дело в том, что в некоторых странах запрещена стрельба свинцовой дробью. И охотники постепенно переходят на дробь стальную. А для стрельбы стальной дробью, для того, чтобы масса заряда оставалась той же, соответственно, ее нужно напаковать в патрон больше. Ну вот, для примера, патрон как раз 89 миллиметров. А вот у нас какой-нибудь, сейчас возьмем, вот они сами нам помогают. А вот 70. Ну да, разница. Разница видна невооруженным взглядом, называется. Разница на лице. Да. Вот. Патрон, конечно, выглядит устрашающе, стрелять из него тоже немножко страшновато будет, я так думаю. Но, тем не менее, интересует нас прежде всего вопрос. Как будут работать стандартные охотничьи патроны 70-й длины и 76-й в патроннике ружья под патрон 12-89?
То есть, иными словами, мы просто сравним наш стандартный, привычный патронник 76-й, да, и 89-й по кучности, по резкости боя. Именно так. Для этих целей у нас есть еще один эксперт, с нами участвует Михаил. Михаил – эксперт-охотник, он нам поможет оценить резкость и кучность этих ружей, ну, по стандартной охотничьей методике, да, что мы будем делать. Мы будем отстреливать ружья на дистанцию 35 метров, вот, дабы посмотреть, насколько меняется кучность заряда. Угу. Вот, и, так сказать, проведем замеры скоростей, посмотрим, насколько может теоретически вот, есть выкладка, что патронник 89-й, патрон 76-й, то есть прорыв газов на выходе пуджа контейнера. Может получиться меньше. Да, скорость, то есть, да? Скорость может упасть. Поэтому мы, так сказать, должны или подтвердить, или так, опровергнуть это. Да, это теория. А на практике мы еще проверим резкость с помощью стрельбы этими же патронами по сосновой дощечке по стандартной охотничьей методике. Да, ну как ты говорил, что история этого ружья насчитывает там более 100 лет, да? Да. Скажи мне, пожалуйста, ну вот на самом деле велосипед давно изобретен. Да. Понятно, все стараются. Что он вот на сегодняшний день в этом ружье нового сделали за 100 лет? На самом деле компания Браунинг говорит о том, что несмотря на то, что название осталось прежним и внешние очертания ружья остались прежними, по внутренней кинематике, по внутреннему устройству это совсем другое ружье. Сейчас мы его разберем. Предыдущая модель Браунинг... Доразберем. Да. Предыдущая модель Браунинг Auto 5, она отличалась так называемой длинной инерционной системой, когда происходил откат не только затвора при выстреле, но и откат ствола. В данном же случае система значительно проще. Здесь используется инерционная пружина. Вот мы извлекаем затвор с хвостовиком. И сердце инерционной системы этого ружья, оно на самом деле внутри затвора. Это очень короткая, очень жесткая инерционная пружина. По сравнению со старой моделью Браунинга Auto 5, новая стала значительно проще по конструкции и без всяких настроек и перенастроек должна переваривать как самые легкие навески, так и самые тяжелые, в том числе и тот самый ультрамагнит. Я думаю, что комбинировать мы тоже можем, я так надеюсь, да? Навески. То есть, навески, конечно. Тут же такое дело, иногда не смотришь, какая навеска, а просто, как говорится, заряжаешь магазин. Да, и прелесть этого ружья, в общем-то, кроме, ну, по сравнению с газоотводом, его вообще как бы значительно проще чистить, да, потому что здесь нету всего вот этого, да, и нет нагара, системы газоотводной и нагара. А прелесть еще в том, что не надо менять поршни, не надо ничего делать, не нужно ничего подстраивать, просто заряжаете нужный патрон, стреляете, ружье работает. Ну, сейчас мы в этом попробуем убедиться. Да. Итак, последовательность нашей работы. Для начала мы пробуем работу автоматики ружей на патронах с навеской 24 грамма, облегченных спортивных патронов. Михаил, тебе одно ружье. Мне второе. Стрелять мы будем, естественно, по очереди. А пока Михаил заряжается, я покажу интересную особенность этих ружей. Система называется Speed Loader Plus. Когда у вас затвор стоит на затворной задержке, вы вбрасываете патрон в подствольный магазин, ружье автоматически заряжает патрон в патронник. Вот. Это сделано для ускорения первого выстрела. То есть вам не нужно пытаться забросить патрон непосредственно в патронник, достаточно зарядить его в магазин. Все остальное сделает автоматика. Это было ружье с патронником 12.76. Сейчас проверяем на навеске 24 грамма ружье с патронником 12.89. Таким образом, 24 грамма эти ружья отрабатывают без всяких вопросов. То есть на 28 также проблем однозначно возникать не будет. Поэтому перейдем сразу к следующему этапу нашего тестирования. Так, ну, я, честно говоря, все-таки предпочитаю классический вариант дерева, как ни крути, мне всегда оно приятнее было взять в руку. Тесты, на самом деле, меня, конечно, покрыли, я, правда, ожидал больше вас, сильнее звука от 85-го патроника. Я думал, что будет громче. Я думаю, когда мы перейдем к 89-м патронам, под названием Ультра Магнум, вот тогда действительно будет громче. А пока это была легкая навеска. Я понял. Хорошо, значит, сейчас следующим номером что мы делаем? Ну, следующим тестом. Следующим тестом мы проверим, как эти ружья, насколько одинаковую или разную осыпь они показывают. То есть влияет ли больший патронник, более длинный этого ружья,
на равномерность осыпи при стандартном тесте на дистанции 35 метров по бумаге. Делать мы это будем дробью номер 5, патроном компании СТС, масса 36 грамм, масса навески, и стандартные 70 миллиметров длина патрона. И дульное сужение получок. Дульное сужение, стандартное получок. То есть то, чем большинство охотников пользуются на охоте по перу. По большому счету это вот самый стандарт. Ну, я за ненадобностью пока испаряюсь. Вместо меня станет Михаил, который проведет эти тесты. Для начала мы отстреляем браунинг со стандартным патронником 12.76 на дистанцию 35 метров на кучность и резкость. Мишень, отстрелянная на 35 метров, дробью номер 5, вес 36 грамм. Ну, мы видим, что осыпь основная пошла чуть-чуть ниже, но это связано с тем, что как бы ружье не пристреляно под стрелка, но как бы тем не менее окон осыпи нет и все хорошо. Вот. Следующий выстрел мы делаем на резкость по сухой сосновой доске на ту же дистанцию. Так, мы видим нашу упавшую доску. Смотрим. Так, получается 5 миллиметров плюс диаметр дроби. И следующее отверстие. Те же 5 миллиметров плюс диаметр дроби. Вот, собственно, отстрелян 12 на 76 патроник на резкость из ружья Браунинг Авто 5. Ну а я, соответственно, возьмусь за отстрел ружья с патронником 12 на 89. Патрон тот же, 36 грамм, 5 номер, 70 миллиметров. Пока я не выстрелил, еще пару слов. Форма ствольной коробки этого ружья, вот за счет этого характерного выступа, называется горбун. На самом деле у нее есть практический смысл, потому что благодаря такой форме прицельная планка ружья получается сплошной от торца ресивера до самого края ствола. Она значительно длиннее, чем на ружьях, где вот эта ступенька сглажена. Это помогает стрелять более метко. В крайней мере в теории. Сейчас проверим. Твое мнение, Миша? Ну, тут центр осыпи пошел несколько выше прицельной точки, но, тем не менее, вот мы видим, что центральная часть осыпи, опять же, не имеет окон и как бы вполне подходит для охоты. То есть, сопоставимо с 76-м патроником? Как да, сопоставимо, конечно. Вот, конечно, отдельно сравним мишени более тщательно, но сейчас уже мы видим, что вполне годная осыпь. Да, для охоты. Теперь следующий шаг наш, это проверка резкости опять по сосновой доске. Так, смотрим глубину проникновения. Руку менять не будем, так что меряй. Ну вот, берем отверстие. Смотрим. Ага, здесь мы видим 4 миллиметра плюс диаметр дроби. Соседнее отверстие замеряем. А здесь 5 миллиметров. То есть это, наверное, связано с неоднородностью все-таки доски. Да, давай, может, еще где-нибудь вот здесь, например, можно проверить. У нас не досточка, а мебельный щит. Он состоит из кусочков дерева разной плотности, поэтому, соответственно, результаты могут немножко отличаться. Здесь 5? Да, 5 миллиметров. 5. Берем еще отверстие. Смотрим. 5 плюс диаметр дроби. И последнее. В другой древесине 5 миллиметров плюс диаметр. Ну вот. То есть, если верить нашим досточкам, то резкость боя у этих ружей сопоставима. Практически одинаково на одних и тех же патронах. Ну, работу оружия на стандартных патронах мы проверили, но плох тот охотник, который не хочет проверить самые мощные патроны в своем ружье. И несмотря на то, что изначально 89-й патронник создавался под патроны со стальной дробью, сейчас изготавливаются патроны класса Super Magnum или Ultra Magnum с обычной свинцовой дробью.
Вот в этом патроне 63 грамма дроби номер 5 свинцовая по сравнению с 36 стандартным. Сейчас мы попробуем этим патроном выстрелить по той же мишени на дистанции 35 метров, посмотреть на осыпь и вообще попробовать ощущение от стрельбы таким патроном в этом ружье. Да, но несмотря на то, что дроби в два раза больше в таком патроне, но плотность осыпи на листе на глаз осталась примерно одинаковой. Конечно, можно наложить 16-дольную кальку, посчитать количество пробоин в каждом секторе, но для начала давайте проверим еще, как подобный супермощный патрон сказывается на глубине проникновения дроби по сосновой доске. 3 миллиметра. 3 миллиметра. Я бы сказал, меньше. А 5 нет. Вот как интересно. Патрон очень мощный. Стрелять им страшно. 2,5. А глубина проникновения такая же. Я думаю, это связано еще и с тем, что дроби-то в патроне очень много. И разогнать ее до той же скорости, что и малое количество дроби, не так и просто. Ну, Тарас, на самом деле, я поражен несколько и обескуражен, да, потому что я ожидал другого результата. То есть я подозревал, что 89-е патроны в 89-м патроннике, ну, разнесут в хлам просто доску. Я тоже несколько поражен до процессом стрельбы 89-го патрона. Я думаю, если вы в замедленной съемке видели, как это выглядит, да, выглядело это когда-нибудь попробуйте сами, потом смейтесь. Мое мнение, что далеко не всегда большее количество пороха и большее количество дроби дают больший результат. В данном случае это не так. Почему? Мы можем строить разные версии, да, можно говорить о том, что больше дроби тяжело разогнать и так далее, но факт есть факт. Осыпь у нас по сравнению со стандартным патроном меньше. Ну, не вдохновила, скажем, она... Куча пробелов, куча проплешин на самом деле. То есть, она, да, похожа и... Вроде как дичь, но подранок дичь. Да, и глубина проникновения тоже, ну, в общем-то, меньше, чем у стандартного патрона. А вот интересует еще мнение Михаила. Да. Михаил, можно присоединить у нас? А что ты скажешь, Миша, по поводу отличий двух ружей при работе на стандартных патронах? Как тебе кажется? Ну, на первый взгляд, отличий в работе двух ружей мы не увидели, потому что, собственно, мишени были отстреляны, используя ружье с 89-м патронником, сравнив его с 76-м, окон в осыпи мы не увидели, глубина проникновения практически не поменялась. Плюс ружья одинаково работают со стандартным спортивным патроном 24 грамма, и проблем с их перезарядкой не возникает. То есть, в принципе, разницы между патронником в данном случае на данной отстрельной сессии не выявлено. То есть, да, то есть что можно сказать? Не надо бояться 89-го патронника в ружье. Он ничем не хуже, чем 76-й, и мы только что это продемонстрировали на стандартном патроне. Но с другой стороны, увлекаться патронами типа Ультра Магнум или Супер Магнум, как их называют, тоже далеко не всегда есть смысл. Вот в нашем случае, как мы это продемонстрировали, особого смысла нет, чтобы не сказать наоборот. Тут только плечо дает знать о том, что мы стреляли какими-то очень специфическими патронами. Итак, я напоминаю цель сегодняшнего теста. Цель сегодняшнего теста была показать вам модель А5 торговой марки Браунинг. Я надеюсь, с этой целью мы справились. Мы показали вам, что это ружье спокойно переваривает патроны с различной навеской, несмотря на то, что она инерционка. Кроме того, для меня лично было открытие, что такое патронник 89-й, да? Что это за зверь, с чем его едят. Показал он себя нормально, честно говоря, не нужно его так сильно опасаться, как многие считают, ничего в этом страшного нет. Ну и, конечно, как я люблю обычно говорить в таких случаях, выбирать, конечно же, вам. Но мы поможем в этом вопросе вместе с программой «Приключения рыбака и охотника».